Мухаммед Мисходжев из аула Кубина достойно защищает интересы России, находясь в зоне СВО. Награжден медалью за храбрость. Командир штурмовой группы приехал в отпуск домой. О своей службе он рассказал нашему корреспонденту Али Баташеву. Служить надо, долг своей родине отдать. Будем держаться, все будет хорошо, мы вернемся к близким. Все живы-здоровы. Он возвращался не раз и уезжал снова. С начала спецоперации младший сержант Мухаммед Мисходжев после специального обучения в составе штурмовой группы отправился на передовую. Под обстрел попадал и под минометный, и под танковый. Как говорил своему брату, единственное, говорит, не успеваю от танков убежать. Когда танк стреляет, у него выход и прилет секунда. А от остального всего можно сберечься. Вот единственное, к чему не привыкаешь, это к танку. А вам помогают вот навыки сапера? Вам приходилось ими пользоваться там, да? Да, бывало, мы антидроном отрабатывали и ловили вот украинские дроны. Они были заминированы камикадзе. И разминировали их. Настоящий мужчина – это воин, который преодолевает свой страх и четко выполняет боевые задачи. Указом президента уроженец Абазинского района Мухаммед Мисходжев награжден медалью за храбрость второй степени и назначен командиром штурмовой роты. Когда там находишься, это ответственность. Как бы потери они будут в любом случае. Осознаешь, что это война, и стараешься, наоборот, больше людей уберечь. Как-то эффективнее все это провести, операцию. Допустим, нам поставят задачу эту операцию провести эффективно, без минимальными потерями. Все хотят вернуться домой, все их дома близкие ждут. Больше за это переживаешь. В Мухаммеде Мисходжеве поражает сочетание смелости, скромности и тонкого чувства юмора, которое помогает выжить в любых условиях. Мы отрабатываем пулеметом по доту, пытаемся его пробить. И слышим, там люди, что в нем находятся тоже. И даем нашему солдату гранату, обходи, закидывай, нам надо пробиваться. И он обошел, наверное, тоже побоялся, там по нему гонят, и лежит, не двигается. Я ему кричу, кидай гранату. Оттуда кричит, я тебя сейчас как кину. Успешно действовать в боевой обстановке помогает единство и братство всех граждан страны, говорит Мухаммед. Оснащение очень даже хорошее. Братство, как вам сказать, там нету, там ты русский, ты абазин, карачаев, черкес. Ты просто солдат, там нету национальности. Ты просто русский солдат, все. Там национальность не столь важна, потому что национальность – это не то место, где ее надо применять, тем более мы боремся против нацизма, против этого, а там неизвестно, кто может тебе спасти жизнь. Отпуск заканчивается. Командир штурмовой группы в воинском звании капитана вновь собирается на передовую защищать интересы страны. Али Баташев, Артур Мхце, Олег Молхожев. Вести Карачаево-Черкесия.